На очередном заседании Совета по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов в финансово-бюджетной сфере председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что в некоторые образовательные учреждения и здравоохранения продолжает поставляться некачественная продукция. В основном она заводится из других субъектов. Данные проверки проводятся по поручению главы Республики Дагестан Сергея Меликова. О наведении порядка в этой сфере на фоне выявленных фактов поставок фальсификата в образовательных учреждениях Махачкалы. Также Абдулмуслим Абдулмуслимов поделился, что читал мнение об отсутствии негативного влияния пальмового масла на здоровье человека. В завершении премьер-министр обратился к руководству Республиканской прокуратуры с просьбой обратить внимание на данный вопрос.